Давайте. Слышно, да? Видно. Все, прошу прощения за задержку, эту половину времени съелось, но сейчас ничего, чуть подольше придем. Значит, еще раз, создается корневая компания, которая будет заниматься разработкой технологии. У нее есть две группы учредителей. Это те, кто будет непосредственно руководить компанией, заниматься технологией, развивать и так далее. Это вот эта часть. У нее половина плюс одна акция. Есть второй инвестор. Это вот эта компания. Здесь учредитель будет зарубежная компания, акции которой будут продаваться и в которой будут ходить большое количество микроинвесторов. Эта компания будет находиться за рубежом, потому что там есть законодательство о коллективных инвестициях, о краудинвестинге, и там не будет никаких сюрпризов, потому что в России это законодательство нет. Здесь как не разрешено, так и не запрещено. То есть такого понятия краудинвестинга нету. Поэтому, дабы не испытывать судьбу, не думать, получится, не получится, захотят они или не захотят наши власти. Вот, поэтому была принята такая схема, чтобы обезопасить всех инвесторов, дать им понятно схему юридического вхождения в компанию и совладения. Соответственно, все инвесторы будут получать половину от прибыли компании. Значит, продолжаем дальше. Мы вводим такое понятие, как этапы развития. Всего будет 10 этапов, которые разбиты на 3 года. То есть первый год, второй и третий год. Значит, на этих этапах будет введен такой инструмент, как дисконтирование. То есть что такое дисконт, зачем он нужен и как это... Так, давайте я пока отключу на секундочку чат, хорошо, чтобы вы не отвлекались. Так, значит, как это работает? Люди, которые входят на первых этапах, вот сейчас, вот вы конкретно, когда сегодня пятый день работы всей вот этой краудинвестинговой системы, рискуют относительно людей, допустим, входящих вот здесь, вот когда наполовину создано предприятие, ну, гораздо серьезнее. Поэтому будет введен такое понятие, как дисконт, то есть или венчурная премия за риск. То есть за риск, за вхождение на первых этапах. В чем она будет выражаться? Инвестиция, сейчас я примерно черчу здесь, 3 здесь будет, еще 3. Раз, 2. Так, во второй будет. Раз. Соответственно, привожу пример. Инвестиция в 100 тысяч рублей, оформленная вот здесь вот, будет умножено в несколько раз. Я сейчас примерно напишу, что 20. Будет венчурная премия в 20 раз. Это будет длиться всего первый месяц, первый этап. То есть это самое рисковое время, когда нет компании. Вот вы сейчас видите, что вы переводите деньги там, не на счет юрлица, без договора, пока просто ведется учет вручную, ведется ведение реестра. Вы пока не можете заказать из него ни выписки, не можете заказать сертификат. Все, что вы делаете, пока исключительно на доверии там, личности Дмитрия Дуйнова, на вере в проект, то есть никаких серьезных, так скажем, аргументов, там, вот наверняка с вами разговаривают, типа какие гарантии и так далее, здесь привести пока нельзя. Но за это вы получаете очень серьезный дисконт. То есть почему я сегодня не буду говорить про конкретные дисконты, а про некое отношение? Потому что мы, когда стали пересчитывать, поняли, что немного ошиблись в расчетах, и будем их переделывать, и, скорее всего, в понедельник и вторник проведем уже конкретную с пакетами, с конкретными дисконтами. Сегодня я расскажу о базовом принципе, как это будет делаться. То есть инвестиция в 100 тысяч рублей даст вам, например, если одна акция будет стоить 1 рубль, в 20 раз больше, то есть 2 миллиона акций. Миллиона акций. При этом, если вы сделаете инвестицию, допустим, вот это получается первый год, второй, здесь первый этап, второй, третий, на четвертом этапе, вот здесь вот, четвертый этап, то ваша же инвестиция в 100 тысяч рублей будет, здесь тоже будет определенный риск, но он гораздо меньше, чем здесь, но при этом больше, чем здесь. И ваша инвестиция, допустим, это где-то середина пути, будет увеличена где-то в 7 раз. То есть вы, инвестируя одну и ту же сумму на разных этапах развития, получаете разное количество долей или разное количество акций.
Соответственно, здесь вы уже получите 700, ну да, 700 тысяч акций. 700 акций. И так далее. В итоге, к последнему этапу, когда уже, ну, смотрите, вот здесь вот, к концу второго года уже будет выпущено, да, достаточное количество электродвигателей, созданных под кооперации, допустим, к примеру, и рисков уже будет, ну, то есть вы увидите, что продукт можно выпускать прям массово уже. Соответственно, рисков гораздо меньше, нежели вот здесь вот, когда еще даже нет предприятия, производящего, ну, там, какие-то заказы размещающего и так далее. То есть вот таким образом будет это сделано. То есть чем раньше вы инвестируете в проект, тем больше венчурную премию за риск вы получите. То есть это абсолютно нормальная практика во всех компаниях. Значит, дальше мы расскажем вам про то, что будет, то есть какие будут пакеты и как можно будет инвестировать. Значит, вы уже, наверное, знаете, что есть... Сейчас, где-то ручка хорошая была. Что минимальный пакет для покупки сейчас доступно 30 тысяч рублей. Будет сделано следующим образом. Будут разные пакеты, начиная от 30 тысяч рублей. Не пишет. Тысяч рублей. Один платеж. Вы сможете оплачивать эту покупку по-разному. Можно будет просто внести 30 тысяч рублей на первом этапе и получить определенный дисконт. Можно будет инвестировать 30 тысяч рублей, но в рассрочку 10 платежами. То есть те из вас, кто сейчас внес первые 30 тысяч рублей, вы для себя оплатили первый этап, то есть первый этап рассрочки, первый месяц. Соответственно, дальше будет второй пакет, например, 50 тысяч рублей. Также можно будет за один платеж его оплатить, либо взять в рассрочку на 1000 рублей, тоже на 10 платежей, по 5000 рублей, соответственно. Вот, дальше будет третий пакет на 100 тысяч рублей. Вот тут интересная вещь, сегодня кто-то из партнеров подсказал, что почему не сделать возможность рассрочки не на 10 месяцев, допустим, а на 20 месяцев. То есть будет возможность как заплатить 10 платежами по 10 тысяч рублей, так и возможность взять эту рассрочку. То есть смотрите, вы с самого начала бронируете за собой пакет по максимальному дисконту на первом этапе, но платите его в течение 20 месяцев по 5 тысяч рублей. То есть 20 платежей у вас будет по 5 тысяч рублей. И вот так вот будут эти этапы, по-моему, вплоть до 10 миллионов. Это те суммы, которые на текущий момент люди у нас спрашивают, как инвестировать и какие будут условия. Значит, смотрите, в зависимости от этапа, чем раньше, тем больше дисконт. И также в зависимости от суммы. Чем больше суммы вы инвестируете, тем больше будет дисконт. Допустим, если здесь дисконт будет в 20 раз, то здесь, допустим, он уже будет в 25 раз. Здесь уже он будет в 30 раз. То есть мотивация встроена инвестировать как А раньше, так Б большую сумму. При этом вы сами можете определить, как комфортно вам эту сумму вносить. Основная особенность вот этого проекта по краудинвестингу – это будет наличие, так скажем, регулярных маленьких платежей, когда Дмитрий Александрович сможет планировать бюджет, какая сумма, когда придет. Кстати, сегодня мы с ним разговаривали, я думаю, вы видели сегодня, что я был в офисе, там сейчас выложим фотографию чуть попозже скутера этого. Значит, Дмитрий Александрович сказал о первой необходимой сумме, чтобы начать уже достаточно серьезные действия. Это 10 миллионов рублей, там 2,5 и, по-моему, 6,5, ну и плюс разная мелочь, ну в сумме округляем до 10 миллионов. В этот момент будет заказана оснастка, которая будет делаться, если не ошибаюсь, порядка 5 месяцев. Дмитрий Александрович, давайте, может, вы скажете про вот эту вот сумму, да, про некий первый рубеж, который необходимо. Паш, включи, пожалуйста. Дмитрий Александрович, вам должна сейчас прийти уведомление о приглашении на проведение вебинара. Да, дисконты будут фиксироваться при покупке в этот момент, до момента, до конца оплаты данного пакета. Возможно, мы сделаем возможность продления.
Да, это не венчурный проект, поэтому дисконты здесь будут не такие, как в предыдущем проекте. Это я привожу для примера, чтобы вы понимали общую модель. Так, Да, Дмитрий всем Александрович, добрый расскажите, день. пожалуйста, про Скажите, первую пожалуйста, необходимую про сумму первую для... необходимую сумму для... Смотрите, уважаемые коллеги, дело в том, что мы предлагаем движение с максимальной интенсивностью по реализации проекта. Поэтому, как только будут собраны первые суммы, достаточно для того, чтобы можно было начинать заказывать оснастку, которая позволила бы максимально снизить на первом этапе себестоимость первой продукции пилотной, которую мы разработали по собственной инициативе, это мотор колеса. Значит, мы сразу же заказываем эту оснастку. Вот и параллельно заказываем изготовление первой установочной партии комплектующих деталей. Вот. Потом по кооперации также мы передаем эти детали в обработку. И по мере того, как будет набираться сумма, мы будем проплачивать все эти работы для того, чтобы уже в кратчайшие сроки, но максимум это к следующему сезону, в продажу поступило достаточное количество мотор-колес для того, чтобы люди могли уже начать эксплуатировать, потенциальные покупатели, дилеры, посредники и тестеры могли уже их приобрести и протестировать, и для того, чтобы дать заключение, и для того, чтобы можно было начинать формировать спрос. Это по первому изделию. Параллельно будет запущено, по мере того, как появляются дальше финансы, будет запущена в работу инициативная группа, которая будет реализовывать основную часть работы проекта. Все это у нас прописано. Мы выкладывали план реализации. Там все это показано. Вот. Поэтому предлагаем не ждать, когда соберется там достаточная сумма, чтобы начинать основную часть, а начинать уже с малого. Это позволит существенно сократить сроки. Раз. Второе, максимально снизить риски, которые возникают в любом проекте. Теперь еще один такой момент, который хотел бы осветить и рассказывать. Все говорят про Китай, говорят там про то, что будет перехват и так далее. Поверьте, что прежде чем ввязываться в эту историю, мы не только проанализировали, но и протестировали варианты развития событий. Мы проработали с китайской компанией CP Group, так называем. У нас наш партнер Виктор Аристов, он по несколько месяцев находился в Китае. Вел переговоры, демонстрировал, тестировал, смотрели это, на реакцию потенциальных партнеров, как они себя будут вести. И вот что выяснилось в результате, к какому выводу мы пришли. Вот первое, что касается мотор-колес. Значит, на сегодняшний день производителями мотор-колес являются только китайские фирмы, не европейские. Ни российские компании мотор колеса не производят. Поэтому конкурировать будем с Китаем. Интересы российского олигархата, российского крупного бизнеса, элит мы не затрагиваем. Мы не затрагиваем людей, которые живут на трубе и живут с продаж нефтепродуктов, ресурсов, руды и прочего-прочего. Это вне сферы их интересов, и мы им угрозы не представляем. Представляем ли мы угрозу для Китая? Ответ – нет. На сегодняшний день Китай может производить определенное количество высококорцетивных магнитов, которые используются в двигателях их разработки, ну, европейских разработок. С большей скоростью разрабатывать редкоземельные материалы они не могут. Потому что скорость подвижения очистного забоя, где разрабатывается руда, ограничена выбросами вредных веществ и радиации. Уже на сегодняшний день Китай испытывает дефицит в редкоземельных материалах. Да, можно разработать новые месторождения, но на вскрышные работы потребуется от 7 до 15 лет и очень крупные капложения. Поэтому вот есть некая ниша,
незаполненного спроса. На руку китайцам. Ну, на руку. Во всяком случае, существенной угрозы их программе развития мы не представляем. Потому что мы занимаем, опять-таки, нишу, лежащую немножко в стороне от ниши их продуктов. И плюс ко всему восполняем и позволяем им держать некий баланс. Второй момент. Они могут скопировать. Да, могут скопировать. Но в этом случае они подрежут интересы своих компаний, которые занимаются производством BLDC, моторов с постоянными магнитами, которые держат на них ценовую планку. Это тоже не в их интересах. Следующий момент. Я бы хотел поблагодарить законодателей Европы за сумасшедший подарок, который они нам сделали. Европа браво. Можно аплодировать. Они сделали две вещи. Первое. Они запретили вводить в оборот электроинструмент с коллекторными двигателями. Потому что там якобы щетки горят, там выбросы идут и так далее. Если человек чуть закашлял, он бежит и говорит, так, мне страховочку, пожалуйста. Поэтому они запретили такие двигатели. Что может быть альтернативой по замене этих двигателей? Это BLDC, но опять-таки китайское производство. Европейцы разработали инструмент, китайцами обратились за магнитами, те говорят, вот такая цена. Те говорят, елки, так дорого, неконкурентно. Тогда добро пожаловать к нам. Переводите производство к нам. Европейцев это не устраивает. Какая альтернатива? Пока нет, кроме наших двигателей, ничего нет. Это первое. Второе. Они приняли класс энергоэффективности Е2 и Е3, а Россия выпускает только Е1. Для того, чтобы отсечь российских производителей от европейских рынков. Вроде грамотно и умно. Но один нюанс они не учли. Дело в том, что Россию-то они отсекли, но двигатели класса Е2 и Е3, они намного больше по размерам и в несколько раз дороже. И поэтому мы столкнулись с таким парадоксом, когда фирма, производящая, например, оборудование для мойки посуды, решила применить двигатели класса Е3. Они его попытались встроить в свою технику, он не размещается. А если они увеличат габарит мойки, для этого надо увеличить его, чтобы его двигатель развести, он не вписывается тогда в архитектуру кухни и помещений, где используется, значит, он, эта моющая техника для мойки посуды, она не может применяться уже в существующем архитектуре кухни. Значит, взамен вышедших из строя уже не применится, и, соответственно, конкурентоспособность ее падает. И вот здесь возникло противоречие, которое трудно разрешить. А мы можем разрешить. Почему? Потому что двигатели, те, которые вот делаются по нашей технологии, они мало того, что сохраняют размер старой серии Е1, но они содержат еще меньше меди электротехнической стали на 1 кВт установленной мощности. Соответственно, по себестоимости они априори дешевле тех европейских. Соответственно, и цены на рынке можно держать меньше, чем те же европейские. И смотрите, какое преимущество возникает. Во-первых, это оборудование, эти двигатели хорошо размещаются в существующее оборудование. Его не надо перепроектировать под новый габаритно-присоединительный размер. И второе, цена. И вот теперь посмотрим. Те же самые бизнесмены, которые занимаются производством. Они будут патриотами и ждать, когда их промышленность что-то предложит. Или же выполняя законодательство своих стран, вынуждены будут покупать у нас. По-моему, ответ тут достаточно прост. Теперь вопрос второй. Захотят ли они иметь это производство на своих территориях? Вряд ли, потому что крупные компании будут противостоять нам там на рынке. А здесь противостоять зачем? Мы производим технологию, эту технологию можем продавать. И продавать кому? Опять-таки, либо российским предприятиям, либо европейцам. То, что вы говорите, что мешает европейцам обойтись без нас. Да зачем они будут тратить бешеные деньги на то, чтобы пройти тот путь, который мы прошли, и предоставлять конкурентные преимущества другим компаниям, которые могут прийти к нам и купить технологию. Пожалуйста. И вот тут возникает вопрос, да, что лучше, купить и сразу применить, либо сами потратить несколько лет и потерять часть рынка.
Вот тут и возникает вопрос. Но не говорят, а что мешает? Ведь схемы есть. Да, схемы есть. Схемы есть, их можно применять для перемотки существующего парка. Берем железо, выдернули обмотки из двигателя, поставили наши, да, получили эффект. Но это частичный эффект. Для того, чтобы получить максимальный эффект, надо перепроектировать всю электротехническую сталь. Но сам двигатель, пазы, конструктив, все, электромагнитную систему перепроектировать. Но мы никогда и нигде, никогда и нигде не говорили и не освещали методику перепроектирования. Как делается, что делается, какой последовательности и так далее. Вот и возникает вопрос, что лучше. И при этом мы сделали такую вещь. Значит, мы работали с Рижским электромеханическим заводом в Риге. Нам приезжали специалисты, они смотрели, главный конструктор, генеральный директор приезжал, смотрели, они хотели освоить технологию проектирования. Посмотрели, от этого отказались. Причина банальна. Для того, чтобы освоить эту технологию, надо готовить человека от 3 до 5 лет. Как только вы его подготовите, этот человек встанет и уйдет. Ему найдется компания, которая заплатит больше. Зачем возникает вопрос, зачем его готовить? Есть другой вариант, да, можно подготовить человека, и чтобы он не ушел, отдать ему долю в компании. Но кто же это захочет делать? Понимаете? И вот тут возникает вот такое вот противоречие, да, интересов, конфликтность интересов. И у нас с вами есть возможность сработать на этих конфликтах, получить свою выгоду. Что нам надо сделать? Нам надо в самые кратчайшие сроки запустить предприятие, которое будет ставить производство, технологию производства двигателя конкретного исполнения. Как по собственной инициативе, так и заказных. И их продавать. И вот тут доходность такого бизнеса намного выше, чем доходность бизнеса по прямому производству конечного изделия. Потому что конечное изделие на рынок выходит, туда закладывается себестоимость, материалы, аренда, электроэнергия, заработная плата, так далее, и лицензионные платежи. Плюс какая-то маржа. Вы не можете держать цену большую, потому что конкуренты выйдут и вас перебьют. Поэтому да, все это регулируется рынком. Да? Вот да, есть приемлемая цена, которая складывается между себестоимостью, ценой предложения, ценой спроса, и вот между ними вилки, посередине находится цена по продаже. Если куда-то отклоняемся, предприятие гибнет. И мы все это хорошо просмотрели. И становится ясно, понятно, что мы сможем держать предложение такое вот по продаже технологии, которое при существующих объемах будет интересно для тех же приобретателей, либо для создания собственного производства. Вот пока еще решалось, то ли будем заниматься, делать проект общественным, то ли будем привлекать банковские кредиты. В ходе вот взвешивания противоречий, оценки всех возможных вариантов, мы продолжали работу по реализации проекта. Поэтому за вот это время были решены юридические вопросы по созданию предприятий, юридических лиц предприятий, основ этих предприятий, которые будут заниматься производством непосредственно уже конечных разработанных двигателей. Это в Липецкой области, это особая экономическая зона Чаплыгина. Там создано предприятие, юридическое лицо НПО ВТЭ. Точно так же сейчас ведется работа по созданию подобного предприятия, оно ориентировано на другой номенклатурный ряд. Это особая экономическая зона Разъезд Тульской области. Поэтому эта работа ведется независимо от того, кто будет основным инвестором, чьи средства будут, какие средства будут привлечены. Работа все равно идет. И на сегодняшний день, чем быстрее наберет темп эта работа, тем больше дивиденды и больше доходность все получат с этого проекта. Но выбор пал в пользу вот такого варианта финансирования. Почему? Потому что те же самые, ну, назовем условно, олигархи, состоятельные люди, они имеют свой гешефт с другого поляны, с другого поля, и вот в этом бизнесе они ничего не понимают. Они знают, как работать с нефтепродуктами, как работать на крупных торговых площадках, вот так же, как, вот, допустим, сейчас
торговые центры всевозможные по продаже и так далее, и так далее. Как работать с бюджетом и так далее, как можно там субсидии себе выбивать и все остальное. Они крутятся в своей среде. Здесь среда несколько иная. И вот как работать с инновационными проектами подобного плана, они не знают. И когда они туда заходят, вот эти эффективные менеджеры, там начинается такой бардак, что они убивают все. Хорошим примером этого может стать трансфер технологии светодиодного освещения. Это Артаган, Светлана фирма. Ну, сделали они трансфер, и что? Какое резюме? Печально. Леотех. Да, они сделали трансфер технологии, закупили технологии, завезли, поставили эффективных менеджеров. Какой эффект? Никакого. Прохоров сказал, у меня великолепнейшие специалисты, да мы тут порвемся как тузик грелку. И чего? Приезжали они у нас, были, мы им объясняли, почему, ребята, у вас ничего не получится. Гинзбург был, объясняли, ребята, вы не с того начали, не за то взялись. Не будет ничего, не получится. Да нет, мы все сделаем, мы все порвем, мы белорусы, мы тут Прохоров миллиарды, мы тут тот самый эффективный менеджер. И что? Порвали. Не надо никого рвать, необходимо делать дело. Необходимо собирать команду людей, которые нацелены на результат, а не на распределение финансов. Тогда что-то получится. В противном случае нет. И вот сейчас, на сегодняшний день, я смотрю, к работе в вебинарах подключилось уже достаточно много людей, которые уже имеют опыт работы с совмещенными МОДКОЙ, со Славянкой. Пришли, смотрю, обмотчики, у которых уже хорошая практика, и которые знают эту технологию не понаслышке, а знают через свой результат, через финансовый результат, которым эта технология уже, ну, какие-то денежки дополнительные приносит, и которая открывает определенную перспективу. Вот общение с этими людьми показывает, что они тоже за эту технологию и за то, чтобы форма финансирования была такая, как та, которую мы сейчас с вами приняли. Это общественная форма, когда каждый человек, желающий, да, мог войти, мог создать новый бизнес. Бизнес, который сформирован на других принципах изначально. Не на отъеме того, что было создано в советское время, да, распределение. Когда дели и вычитай, а тут наоборот, складывай и умножи. Совершенно другой принцип. И вот на сегодняшний день мы с вами и пытаемся реализовать и доказать, что этот принцип имеет право на жизнь. Не просто право на жизнь, он уже показывает свою результативность, эффективность и право на жизнь. Вот то, что я хотел сегодня рассказать. Спасибо. Если будут вопросы, всегда готов ответить. Если можно, да, буквально ответьте на еще один вопрос. По предзаказам, то есть вот с кем были уже предварительные договоренности и так далее. Вы имеете в виду на готовую продукцию? Значит, смотрите, мы продемонстрировали возможность реализации этого проекта на целом ряде изделий. Это мы занимались с фирмами. С чего началось вообще, сейчас расскажу, идея по мотор-колесу. Мы занимались по общепрому, занимались по электромобильной тематике, двигателям специального назначения и так далее. Потом мы, так сложилось, что мы начали работать с индусами, индусы заказали, говорят, а не можете ли вы сделать вот под 60-местную рикшу плюс водитель, вот мотор-колеса, который бы все это возил. Говорю, давайте, пожалуйста, сделаем. Мы сделали. Ну, а потом начались такие вот нехорошие игры. Мы предложили, ребят, покупайте технологии, пожалуйста, вот, вы реализуете, мы вам поможем поставить. Они говорят, нет, давайте мы создадим на территории Индии, и вы там будете. Я говорю, ну, извините, мы в Индии ничего не забываем. Создавать там, это значит попрощаться, потому что очень просто можно обмануть. Да, мы станем учредителями, да, будем там производством заниматься и так далее. Но ведь ясно и понятно, что основная толика, если ты не контролируешь всю эту систему, лежит, толика прибыли лежит в продаже. Она находится и выделяется на этапе между производителем и пользователем. Вот это за счет дилерских вещей и так далее. Поэтому производство может
работать практически с нулевой рентабельностью. Ты будешь учредителем, но никто на этом ничего не заработает. Зачем нам это надо? Точно так же приезжали с Тойоты, говорили, да, давайте поедем в Индию. Ой, я помню. Говорим, мы что? Да, дизайн-центры у вас расположены все в Японии. Нам-то что от этого? Ничего. И также было и с китайской стороны, со всеми сторонами. Мы говорим, ребят, понимаете, мы хотим, чтобы эта технология приносила прибыль и доходность не только вам, но и нам. Не только европейцам, но и россиянам. Не только китайцам, но и россиянам и так далее. Поэтому все переговоры, которые идут, их было очень много. Можно посмотреть вот динамику, которая была. Да, более детально можно просто собрать, систематизировать все это дело. Но, поверьте, достаточно много. Мы полгода занимались просчетом такой машины, называется Азипод. Азипод – это крупные машины мощностью по 6,5 и более мегаватт. Ставятся на суда как ледового класса, так и на яхты и речные суда. Они позволяют повысить маневренность судов. Если атомоход, допустим, на трещину выходит с обычным приводом, движителем 8 часов, то с помощью Азипода он может выйти за 15 минут. И вот эти двигатели Азипода поставляют в Россию фирма Азипод, владельцем которой является фирма Биби, немецкая. Но вот то, что на сегодняшний день возникли противоречия между нами и другими разработчиками, а жизнится она на чем? На том, что тот же разработчик, который сидит десятилетиями своей фирмы, он никогда не согласится с любой инновацией, пришедшей со стороны. Потому что хозяин скажет, слушай, уважаемый, вот ты здесь сидел 20 лет, что ты сделал? Почему ты не решил, а почему они решили? Так может, давай ты уйдешь, а они будут заниматься разработками. Поэтому они будут противостоять. И вот для того, чтобы разрешить это противоречие, есть единственный способ, это предложить рынку готовый продукт. Когда вот эти люди, они уже не смогут препятствовать производству. Потому что вот есть продукт, хочешь покупаешь сами двигатели, хочешь покупаешь технологии. Но они есть, не купишь ты, купит другой. И вот с теми же китайцами, они там крутились, вертелись, CP Group, мы им предлагали купить разработку, они не захотели, мы тогда сказали, хорошо, не надо, так и надо. Потом они приехали вот в этом году, в апреле месяце, в Монте-Карло, и говорят, ну давайте вернемся к разговору. Мы говорим, нет, ребят, к разговору мы уже не вернемся, потому что мы потеряли время, а время стоит деньги. Поэтому мы вам можем предложить одно, будете у нас покупать двигатели. И по той цене, по которой мы скажем. Вот и все. Точно так же и со всеми остальными. Мы стали разговаривать по-другому. Если раньше мы предлагали партнерские условия, то теперь мы им говорим, что, ребят, хотите, либо будете покупать готовую технологию, либо готовый двигатель. Другого предложения у нас для них нет. Или же хотят вот, наравне со всеми остальными простыми людьми, которые сейчас вот на общественных началах и по собственной инициативе входят в этот проект, ну, пожалуйста, в очередь становитесь. И вот за всеми в общем порядке. Ну, где-то так. Спасибо. Так. Можете прокомментировать ситуацию со Шкундиным? Ну, Василий Васильевич, гениальнейший инженер, великолепнейший специалист. Вот, он создал хорошую машину, которая на 80-е годы, ну, удовлетворяла бы очень много. На сегодняшний день, ну, там есть некоторые нюансы, которые не дают таких рыночных преимуществ, которые дают другие машины, те же самые, те, которые предлагают китайцы. Но это не умаляет его достижений, его работы. Честь и хвала ему. Он молодец, он очень большой молодец, это талантливейший инженер, выдающийся инженер. Но так вот случилось, да. Но нет коммерческой жилки. Не смог он собрать вокруг себя команду людей, которые могли бы двигать дальше. Поэтому, ну, не всем удается реализовать свои идеи. Так что я ничего не могу про него плохое сказать. Он не финансист. Он не бизнесмен. Он не занимался бизнесом.
той мере, которой вот наша команда занималась. Поэтому не его в этом вина. Да, может быть, кто-то использовал его в корыстных интересах. Да, возможно. Но ведь посмотрите, тот же Никола Тесла, ведь его же в корыстных интересах использовал Морган. И в конце концов Никола Тесла закончил жизнь, извините меня, нищим. Ведь и это было, и таких примеров очень много. Поэтому Василий Васильевич, у меня к нему очень глубокое уважение, как к человеку, но как к бизнесмену я не могу его осуждать и судить. Все, спасибо, Лена, большое, Дмитрий Александрович. Все, спасибо, Лена, большое, Дмитрий Александрович. Спасибо. Я отключаю. А то уже вопросы пошли не в ту сторону, и время уже ходит. Ребят, смотрите, вот то, что рассказал Дмитрий Александрович, можно реализовать достаточно быстро. То есть вот эти вот кажущиеся изначально какие-то грандиозные, пока непонятные планы, со временем очень укладываются в голове, и та четкость, там ясность, с которой все это лежит в голове Дмитрия Александровича, ну, она поражает, и нужно просто, грубо говоря, чтобы мы в этом процессе приняли активное участие. Была озвучена сумма в 10 миллионов рублей. Я хочу привести пример, то есть насколько большое, так скажем, участие в этом может принять. Вот что такое 10 миллионов рублей? У нас здесь 188 человек, можно сказать 200. При этом заявок сейчас на участие в проекте, которые были собраны за эту неделю буквально, перед началом вебинара было 670, я говорил, ну, буквально за несколько дней их наберется порядка 1000. Что это значит? То есть, если это те люди, кто уже проявили себя как желающие принять в этом участие. Соответственно, что такое 10 миллионов на 1000 человек? Это по 10 тысяч рублей. Это вот та сумма, которая позволит уже приступить к конкретному этапу производства данной продукции. То, что все хотят. 10 миллионов пойдут на создание оснастки для выпуска первой мелкосерийной партии мотор-колес. Сейчас они в единичных экземплярах, будут выпущены несколько тысяч единиц. То есть была заказана оснастка для того, чтобы выпустить эти несколько тысяч единиц. По 10 тысяч, 100 тысяч. Ну, смотрите, может, я где-то тут с нулями что-то перепутал. 10 миллионов – это 6 нулей, 10 закрываем, это 10 тысяч, ребят. Нет. Что такое оснастка, если не знаете, надо попозже вам расскажу, сейчас не будем про технологию. Значит, смотрите, тут поднялся вопрос, выбираешь максимальную сумму и вкладываешь. Значит, коллеги, еще раз говорю, не надо вкладывать сюда последние не деньги и максимальную сумму. Выбери, значит, есть, говорю, правила инвестиций. Если ты зарабатываешь 50 тысяч рублей в месяц, для тебя комфортный платеж должен быть 5 тысяч рублей в месяц, то есть не больше 10%. От этого отталкивайтесь. Речь о регулярном платеже, то есть о, ну, лучше регулярно по чуть-чуть в течение какого-то срока, чем один раз нагружать там себя, свои какие-то планы на эти деньги и так далее. Дальше. Есть предложение, про партнерскую историю я сегодня рассказывать не буду, потому что тоже с ней возникли некоторые казусы. Я хочу сказать следующее. У нас есть закрытая партнерская группа для тех, кто хочет активно развивать данную технологию. В нее подали заявки порядка 150 человек, помимо тех 150, что там уже есть. Этим людям в ответ на заявку о вступлении приходит анкета, которую вам нужно заполнить, чтобы попасть в группу. Потому что в эту группу очень много закрытой информации, ну, так скажем, внутренней кухни, которая работает. И именно там будут проходить вебинары о партнерской программе, об условиях заработка сейчас, да, при помощи привлечения инвестиций. Когда вы как агент помогаете выполнять вот эти цели, часть из этих денег, небольшая комиссия, как в любом бизнесе, идет на, скиньте, пожалуйста, ссылку, на выплату комиссионных, то есть это оплата, по сути, рекламы или работы тех людей, кто это все организует. Поэтому, чтобы попасть туда, ну, если вы действительно хотите, потрудитесь уже заполнить анкету. Там просто анкета обычно о том, кто вы, с чем вы занимаетесь, и небольшое знакомство. Там обо всем, что связано с внутренней механикой, будет расписано. Также вот тут меня просят рассказать о том, что появились соцсети в Инстаграме, где там, Паш, еще, на Ютубе. В общем, да, можете вступить во все группы, чтобы во все соцсети вот эти, чтобы быть в курсе всех новостей.
Дальше важно. Начинают появляться какие-то люди, которые говорят, что они принимают деньги. Пожалуйста, будьте очень внимательны, никому не высылайте. Есть администраторы в основных группах и, ну, грубо говоря, ориентируйтесь как минимум на меня. Есть практически все кошельки для приема на текущий момент. Кому неудобно переводить через ту копилку Kiwi, которую мы сделали, просто пишите с темой реквизиты, и я вам буду высылать, или кто-то из администраторов. Анкета не приходила, значит, придет. Ну, проверяйте, пожалуйста, она придет вам ВКонтакте в ответ на ваш запрос. Сначала будет организация по кооперации, после полностью свое производство. На третий год вот, в развитии уже полностью свое производство с выпуском запланированного количества по плану. Ссылка на группу есть в основной группе, найдите справа партнерство. Паша, скинь ее сейчас в группу. Заработок на партнерке уже открыт, то есть все инвестиции, которые сейчас уже приходят, они просто учитываются вручную, но комиссии также начисляются. И комиссии это можно будет вывести просто чуть позже. Сейчас мы утрясем всю систему. Сейчас просто очень много платежей, и нужно все это обрабатывать, то есть пока чуть не до вывода. Ответ обязательно будет всем. Так, самой разработки, не только деньгами. Принять разработку Дмитрию Александровичу Дуйнову, где это будет. Я всем отвечаю после того, как приходят деньги, я всем пишу подтверждение о том, что они пришли, и другие подтверждения. Так, смотрите, есть предложение. У этого проекта нет пока названия. Есть юридические всякие названия, есть бренд «Славянка». Есть предложение? Паша, сделал группу этот пост? Есть предложение всем вместе сейчас коллективно, ну не сейчас, в целом, поучаствовать в придумывании названия бренда, в какой-то вот ее упаковке. Сейчас будет в официальной группе размещен пост, под который я предлагаю всем вам... Ну, Елена, если вы отправили в тот момент, когда мы вот общаемся, я думаю, вы понимаете, почему не было подтверждения, или чуть раньше, потому что я готовился. Значит, смотрите, давайте не сюда, нет, не пишите сюда, в официальной группе, пожалуйста, пишите свои какие-то осмысленные предложения. Бренд, скорее всего, должен быть на латинице, то есть, потому что компания будет международная и будет выходить на, ну, так скажем, на англоязычные рынки и все остальное, поэтому... Бренд должен быть, наверное, можно на русском, то есть «Славянка» есть уже признан, но как назвать компанию, как назвать вот проект в целом, я предлагаю подумать все вместе. То есть вот этот коллективный разум, его к этому процессу подключить. Колесо Дуйнова всяких, Колмота. Не привязывайтесь к мотор-колесу. Дуюмотор. Моторы Дуйнова, еще тут были предложения. Так, значит, что еще был вопрос? Не сказать о цифрах, бренд партнерской группе, новые социальные сети, новые. Так, направление развития зависит от темпа прихода инвестиций. Коллеги, я предлагаю вот сейчас в голове у себя такую небольшую цель поставить. Вот 10 миллионов рублей. 10 миллионов рублей, которые мы можем привлечь буквально за 2-3 недели, ну максимум месяц. Я предлагаю всем нам сейчас вот сплотиться, говорю, пусть пока еще условия не совсем ясны, но да, в какой-то степени извиняюсь за то, что сегодня мы вам все их не сказали, а только принципы основные, как это будет сделано. Но те, кто давно в этом процессе участвует, знают, что это будет. На следующей неделе точно, там, в понедельник или вторник, на вебинаре будут представлены конкретные пакеты, конкретные дисконты, конкретные рассрочки и этапы, как будут дальше падать дисконты. Прибыль в этой компании начнется уже с третьего года, поверьте, это будет, то есть здесь две статьи заработка, это как дивидендная часть, то есть за то, что вы держатель доли, вы будете участвовать в распределении прибыли. Вторая часть – это возможность реализовать свою долю, продать, либо вот будет внутренняя биржа, когда сама компания будет выкупать обязательства перед вами, либо, ну пока не было таких планов, выйти на публичную биржу, посмотрим. То есть не забывайте, что два тела. И когда вы сейчас приобретаете долю с серьезным дисконтом, опять же, он будет озвучен. И сегодня смеялись, говорят, какие же здесь риски, какие риски. А потом говорят, слушай, ну когда переводят без договоров, непонятно куда, просто так, как простые платежки от физлица к физлицу, то это большие риски. Поэтому за это будет серьезное вознаграждение. Оно будет падать очень сильно. Первый этап у нас займет всего лишь месяц.
За каждым начнется изготовление, продажи мотора, прибыль этих продаж. А, смотрите, там пока прибыли не будет. А, там при, за это время, пока будет произведена первая партия, это примерно первый год, будут достаточно большие расходы инвестиционные. То есть прибыли от продажи там, тысячи или нескольких тысяч, это больше рекламное вложение, рекламные усилия. То есть когда, допустим, представьте, в каждом регионе из вас будет по представителю, который сможет показывать и демонстрировать данный продукт. А, кстати, смотрите, очень важный момент. Те, кто сейчас добавляются в группу, те, кто сейчас активно участвует в развитии проекта, и вам будет предоставлена, так скажем, если вы захотите, территория под ваше попечительство. То есть, когда вы будете, за вами будет закреплен какой-то регион, город, либо область, в зависимости от того, насколько вы активно работаете. И весь входящий трафик, все входящие интересы по консультациям, по продажам, по инвестициям, по модернизации будет стекаться на вас, и вы будете, ну, грубо говоря, официальным представителем на территории. То есть, как, я не знаю, как франшиза или какой-то эксклюзивный дилер. Я очень советую постараться занять эту роль, потому что дальше, ну, будут все жестче и жестче условия, чтобы это получить. Да, то есть становитесь представителями. Дисконты, да, будут сохранены, потому что будут пакеты, вы будете их проплачивать в рассрочку, и, скорее всего, будет возможность продлить проплату эту, то есть сохранить тот дисконт, с которого вы начинали. Добавьтесь в группу, как сохранить роль? Добавьтесь в группу для партнеров, если вас там нету. Если есть, то там будет создана тема «Хочу стать представителем», где вам будет предложено заполнить, опять же, там, какой регион и так далее. Так, почему не работаете с Kickstarter? Потому что Kickstarter – это краудфандинговая платформа, а не краудинвестинговая. Так, ссылку для партнеров, Паша, скинь все, пожалуйста, в чате. Так, коллеги, ссылка есть выше, вебинар мы, к сожалению, опять затянули, но ничего, думаю. Да, зайдите в официальную группу, там есть все вещи. Значит, еще раз, официальные источники для проплаты, то есть официальные реквизиты, запрашивайте в группе. Если что, консультируйтесь у тех людей, кто оплатил, уже, я сейчас посмотрю, сколько на текущий момент людей сделало переводы, наверное, порядка 30 человек стали уже совладельцами. Сейчас, значит, еще очень важный момент, смотрите, коллеги, для тех, у кого есть намерение инвестировать крупные суммы, то есть там от 500 тысяч рублей на текущий момент, миллионы и так далее, или у вас есть такие инвесторы, кто хочет это, вы можете лично приехать сюда, в Москву, в Зеленоград, пообщаться с Дмитрием Александровичем Дуйновым, со мной, то есть посмотреть на офис компании, на людей, которые это делают. То есть, ну, грубо говоря, этот контакт прямой, ну, он возможен, welcome, приходите, приезжайте. Просто мы понимаем, что сейчас принять решение там, об инвестиции миллиона, ну, не встретившись, не поговорить, это, ну, не очень... Как скажем, ответить на группу контейнеров Simex. А, есть Simex, да, это наша платформа, на ней будет размещена именно в качестве рекламного проекта. Небольшую сумму мы там, конечно же, соберем, чтобы прорекламироваться на ту аудиторию. Вот, но там не будем собирать, потому что, ну, это проект чуть-чуть другой спецификации. Здесь достаточно большой, с другим маркетингом будет и так далее. С рассрочками, там рассрочки нельзя делать. Коллеги, у меня просто, к сожалению, садится ноутбук, на все вопросы не смогу сейчас ответить. Обязательно записывайтесь в участники, вы знаете уже ссылка, где в основной группе. Вступайте, да, и можете задавать вопросы, кстати, в группе, там будут на них на все отвечать. И давайте, пожалуйста, еще раз поставим себе все дружно коллективную цель в голове за первый месяц привлечь 10 и более миллионов. Это всего лишь по 10 тысяч рублей. Вот каждый про себя подумайте, вы готовы 10 тысяч рублей внести в первый месяц на самых лучших условиях, которые только будут, которые, правда, пока точно не знаете, но поверьте, лучше, чем вложить сейчас, но в дальнейшем не будет, в силу того, что просто будет структура становиться сильнее, больше и так далее. Есть скайп-чат, телеграм-чат, где-то, ну, в общем, во всех социальных сетях, ВКонтакте и так далее. Коллеги, прошу поставить плюсики, кому сегодня все понравилось, кто принял для себя решение проинвестировать, либо активно вести, соответственно, активно участвовать в этом проекте. Очень рад, что вы есть, а хоть и пока все еще не очень четко и понятно. Поэтому welcome,
будем смотреть на результат, на конкретный. Я буду о нем отчитываться в понедельник, постараюсь сделать. Все, большое всем спасибо. Пишите вопросы, инвестируйте, вступайте в группу.